Всем привет! Сегодня свяжем с вами вот такое вот маленькое сердечко. Вот с этой стороны мерила, у меня получилось 4 сантиметра вот здесь длина. Ширину не знаю, не измеряла. Для этого нам понадобится ниточка красного цвета, крючок, наполнитель и иголка. Я буду вязать крючком 1,9. Пряжа у меня Пехорка детская новинка. Для начала нам нужно будет связать с вами две одинаковые детальки. Одну я уже связала, и сейчас свяжем вторую. У первой мы ниточку обрезаем, а у второй нет. Будем соединять их вместе. Давайте покажу вам, расскажу, что как мы вяжем. Делаем сначала две воздушные петли. Один и два. И в первую петлю провязываем 7 столбиков без накида. Вы можете вязать кольцо, амигуруми, кому как удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. Провязали. Так, дальше берем маркер. Я беру просто ниточку контрастного цвета. И помечаем начало ряда. И сейчас будем делать в каждую петлю, их у нас получается 7, каждую вот в эту петельку, каждый столбик будем вязать по 2, делать прибавки. То есть у нас в первом ряду получилось 7 столбиков без накида, во втором ряду у нас должно получиться 14. В каждую петельку предыдущий ряд вязываем по 2 столбика без накида. Один столбик, второй. Опять один столбик и сюда второй. Один и второй. И так вяжем до конца ряда и получаем 4 столбика без накида. Все, провязали наш второй ряд. И сейчас, начиная с 3 по 5, мы будем вязать без изменений. По 14 столбиков без накида, 3 ряда, то есть 3, 4 и 5. Провязываем без изменений по 14 столбиков в каждом ряду. Все, провязали 5 рядов, да? И смотрите, когда мы связали первую нашу детальку, довязали 5 ряд до конца, мы еще провязываем одну петельку, делаем вот такой вот соединительный столбик, подхватываем здесь петельку и обрезаем нашу ниточку и вяжем точно такую вторую деталь. Когда мы провязали нашу вторую детальку, соединительный столбик мы не делаем, а начинаем вязать уже дальше, присоединяя нашу первую деталь. Не знаю, почему она так плохо почему-то фокусирует. Вот я смотрю на камеру, вообще не видно ничего. Как вам показать? Ну, буду рассказывать, в принципе, должно быть все понятно. Так что давайте начнем соединять наши детальки и уже будем делать потихонечку убавки. Каким образом мы соединяем? Значит, смотрите. Мы провязали 5 ряд. Берем нашу первую деталь и будем присоединять. Будем вязать сразу по первой детальке. Здесь у нас 14 столбиков. И здесь у нас тоже 14 столбиков. Но мы будем вязать по 12 только на каждой детали. Значит, я буду присоединять вот здесь начну. Так, там, где закончила, я буду здесь начинать. Присоединяем и провязываю по первой детали. Вот здесь 12 столбиков без накида. Возьму первый столбик. Дальше идем. Второй, третий, далее.
и вот 12 столбик провязала, 12. Здесь 2 столбика, вот эти, которые остались, да, я их не провязываю. Возвращаюсь к моей второй детальке. Здесь точно так. Сейчас сначала пропускаю 2 вот эти вот петельки, одну, вторую пропускаю и начинаю вязать следующую, в третью получается. И точно так провязываю по кругу 12 столбиков. Занимаю, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все, провязали. Сейчас у нас здесь, когда мы присоединили, должно получиться 24 столбика без накида. И вот здесь посерединке у нас вот такое вот отверстие. И теперь это был наш 6-й ряд. Сейчас будем вязать 7-й ряд. В 7-м ряду будем делать убавки по схемке. Значит, смотрите, какая схемка. Так. 4 столбика без накида, убавка. Значит, 1, 2, 3, 4, убавка. Так, и так провязываем весь этот ряд до конца. В конце у нас должно получиться 20 столбиков без накида. И да, что касается вот этого отверстия, мы его сейчас не трогаем, потому что мы его будем в конце сшивать иголкой. И перед этим еще наполним наше сердечко через него, чтобы было удобно. Даже наш седьмой ряд с убавками. Все, довязали 7-й ряд. В 8-м ряду вяжем без убавок, просто 20 столбиков без накида по кругу. Дальше идет у нас 9-й ряд. В 9-м ряду тоже делаем убавки по схемке. 1, 2, 3 столбика без накида и дальше убавка. Убавки делаем за переднюю стенку, забыла сказать вам. Десятый ряд. Провязываем просто 16 столбиков без накида. В десятом ряду без изменений, без убавок. Дальше идет 11 ряд. В 11 ряду делаем убавки. Уже вяжем 1, 2 столбика и делаем убавку. То есть 2 столбика без накида и убавка. И так до конца ряда в 11 ряду. И в конце ряда у нас должно с вами получиться 12 столбиков. Дальше вяжем наш 12 ряд. В 12 ряду тоже будем делать убавку. 1 столбик без накида и убавка. И по этой схемке вяжем до конца ряда. Но уже здесь мы немножечко будем с вами наполнять наше сердечко. Возьмем наполнитель, чтобы потом
чуть-чуть немножечко его поднабить. Так, берем, наполняем, только смотрите, чтобы он у вас вот здесь вот не выходил, да, с обратной стороны, а наполняете вот сюда, вот эти вот половинки. И можем уже вязать дальше. Так, наш это уже 12 ряд, да? Получается столбик без накида, убавка. И осталось провязать нам последний наш 13 ряд. И здесь мы будем делать сейчас 4 убавки по кругу. И все, и закрывать наше сердечко, обрезать ниточку. Делаем 4 убавки в 13 ряду. Сделали наши убавочки. И сейчас можем отрезать ниточку, прятать ее. Я беру иголочку, вставляю ее вот сюда, потом продеваю нить вот эту. Так, и вытаскиваю вот здесь, где-нибудь с краешку. Что-то не хочет. Можно подрезать здесь и подправить. Вот этот кончик вытащить. Здесь выпрямить с этой стороны. Так. И сейчас вот здесь в наше отверстие наполняем еще наше сердечко. Смотрите, как вам хочется, чтобы оно было более плотное. Либо такое мягкое. Так, хорошо. Берем иголочку, нитку. Продеваем. Отрезаем здесь такой, ну, небольшой кусок нити, да, чтобы все нам здесь сейчас вот это нужно зашить. И просто зашиваем. И в обратную сторону. Я прошиваю два раза, чтобы вот в одной стороне соединить вот начало и конец нити, да, и спрятать уже, чтобы не прятать их с каждой стороны. Так, все. И вот такие вот сердечки у нас получаются. Сейчас здесь нужно просто
спрятать нашу ниточку. Завязываем узелки. Обрезаем. Так, берем крючок, прячем. И наше сердечко готово. Здесь тоже вот немножко я спрятала, да, остальное, что мне не нужно, я просто обрежу. И все, чтобы уже долго так. И все, вот так подразнять его. Вот такие вот сердечки получаются.